macov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Всем привет! Вы смотрите appleinsider.ru. Меня зовут Наташа, и сегодня я хочу предложить вам немножко поностальгировать. Вот сейчас у всех есть фотографии в цифровом виде. Мы их выкладываем ВКонтакте или просто хранимся на компьютере и очень редко пересматриваем. А помните, как когда-то давно мы фотографировали на пленочные аппараты, сдавали пленку в фотосалон, или как они там назывались, потом через неделю их получали и клеили себе на стенку, либо засовывали в альбом? Вот это были времена. Тогда мы самые важные свои ценные воспоминания могли оставить на материальном носителе и сохранить на память. Сейчас уже, наверное, это потеряло такую ценность, однако иногда хочется вернуться в те времена и распечатать настоящую фотографию и повесить на стену, вставить в альбом или отправить своей бабушке, у которой нет гаджетов. Так вот, сегодня вам расскажем, как это легко и быстро сделать. Сегодня в нашей студии оказался этот любопытный девайс Mili Photo Plus, который позволяет печатать фотографии прямо с вашего iOS-устройства. Давайте попробуем разобраться, как эта штука работает, и, конечно, напечатать пару снимков. В комплекте Mili Photo Plus имеет только сам принтер и адаптер питания с проводом для подключения к сети. Никакой дополнительной настройки делать не надо, достаточно лишь установить на ваш iPhone или iPad специальное приложение, что мы и сделали. Нельзя сказать, что приложение Mili Photo Plus выглядит суперсовременно и стильно. Оптимизация под iPhone 5 есть, а вот плоским дизайном iOS 7 здесь и не пахнет. А впрочем, не для любования мы его сюда установили. Главное же, чтобы работало, верно? Теперь нам необходимо выбрать фотографию, которую мы хотим напечатать, а также режим печати. Прямо из приложения мы можем сделать снимок или же выбрать имеющийся из фотопленки. В общем, как в Инстаграме. Сейчас мы выбираем нужную фотографию, тут же можно указать количество копий и при необходимости разметку размещения нескольких копий на одном листе. Для печати фото на загранпаспорт или визу такое устройство вполне подойдет. Когда все параметры настроены, вставляем iPhone в док на принтере, нажимаем «Печать» и поехали! Процесс печати занимает около минуты, причем лист несколько раз вылезает из принтера, что позволяет нам поэтапно наблюдать за процессом печати. Трогать бумагу можно будет только, когда на экране iPhone наконец появится надпись «Готово». В процессе печати лучше к ней не притрагиваться. Однако это еще не все, что умеет делать аппарат совместно с приложением. Если мы выберем режим «Создать фото», то сможем добавить к нашей фотографии различные рамки и эффекты. У нашего Жени Мусунова недавно был день рождения, поэтому давайте попробуем сделать ему открытку. Выбираем раздел «День рождения», открываем самый красивый темплейт и вставляем туда его фотку. Ну, забавно. Отправляем это произведение в продакшн. Вот какой красивый Женя с небоскребом получился в нашей открытке. Ставьте лайки к этому видео хотя бы ради Жени. Но даже это еще не все. Mili Photo Plus также может печатать панорамные фото. Для этого нам нужно открыть соответствующий раздел приложения и выбрать один из двух шаблонов. На одну панорамную фотографию вы можете добавлять от 3 до 9 снимков, а длина фото может достигать 41,2 см. Снимки распределяются по бумаге в отдельных рамочках, а также есть возможность добавить фон или рамку для нашей панорамы. Давайте попробуем напечатать самую длинную колбасу. Для этого набросаем сюда фотографии членов нашей редакции. Выбираем веселый фон, рамочку и поехали! Кстати, если у вас еще нет смартфона или планшета, Mili Photo Plus работает и с простым компьютером. Подключайтесь к принтеру через USB-порт и можете печатать фотки сколько пожелаете. Напоследок немного технических данных. Размер стандартной фотографии 100 на 150 мм, разрешение 300:1, поддерживаемый формат JPEG. Приблизительное время печати одного снимка 55 секунд. Вот такой вот хипстерский коллаж вылез из принтера. Теперь он будет украшать наш офис. Надеюсь, что Ренат не обидится за то, что принтер сделал из его фотографии частичку Фадрата Малевича. Итак, мы рассмотрели Mili Photo Plus и даже попробовали на нем печатать. Надеюсь, вам было интересно. А пока вы будете ставить свои лайки, пойду найду в какой-нибудь дальней пыльной полке свой старый фотоальбом и добавлю туда эту фотографию. Пока!